захвата с двух сторон, коридоры, разбитые на две части. Медленно, пожалуйста. Понятно, как думать? Так не укрыть. Медленно. Втроем, пожалуйста, разбились. Немножечко назад и вот так вот, как домино, чтобы они падали, друг друга вышибали. Одним атаковать второго. Так думаю. Thank you.
одновременно. Лёнься! О, это его. Давай. Come on.
Чем ты там? Давай. Это когда двое нападают с ударами. Что мы имеем? Сан-нин-гаке. Сан-нин-гаке это когда три человека нападают с атакой. Сан-нин-дори. Сан-нин-дори это когда три человека держат. Дори захват. Кангай-ката. Кангай-ката. Опять это упражнение для того, чтобы понять, как надо думать. Это очень важно, чтобы понять, как надо правильно думать. Это все составные части, кирпичики, частички одной техники. Итак, потихонечку будем добираться до правильных планов. Спасибо. Редактор.